Добрый вечер, мои дорогие друзья, мои дорогие подписчики. Вы у меня на канале «Мои розы в лесу». Вот видите лес? Да, в лесу. Розы пока не цветут, но я вам сейчас покажу. Я обещала неделю назад показать свои новые идеи, которые я воплотила, слава богу. Но не все еще, не до конца, потому что кое-что надо посадить. Ну, почти 85% я завершила. Ой, уже ничего не буду больше делать, наверное, в этом году. Кое-что сделаю, но так, по мелочам. Вот я отсюда сделала дорожку. От основной дорожки к дому, которая ведет от калитки. Я сделала дорожку. Ну, не я, у меня замечательный помощник, ихтиор. Замечательный. Вот мы с ним, у нас такой творческий с ним альянс. Он уже сам научился. Лучше меня понимает, как что класть. Я ему полностью доверяю. Но мы с ним вместе клали, конечно. В смысле, он клал, а я рисунок делала. Вот. Две такие дорожки. Вот одна вот такая, вот которая раздваивается. Такой вот островочек образовался. Мне кажется, камень этот надо чуть-чуть подальше положить. Ладно, это потом, это мелочи. Вот одно из мелочей создается все прочее. Так, и вот такие вот две дорожки. Одна ведет туда. Там у меня гостевой домик. А другая ведет в лес. И вот я здесь решила сделать, тоже их тер мне сделал, вот такую, такие ворота, видите, сказочные. Хотела здесь посадить, вот эта дорожка привела сюда, хотела здесь посадить, купить сову какую-то такую, знаете, с горящими глазами, чтобы вечером светилась. Может быть, если я найду... А то они какие-то очень добрые. Мне надо, чтобы она была загадочная. Вот такие вот ворота. Вот видите, ничего не выбрасывайте. Вот я трухлявые вот эти вот, ну, уже такие облезлые брус. Облезлый брус, облезлые бревны я вот использую частенько в дизайне. Вот такие вот, видите, сказочные ворота. Вот пень. Старые камни сегодня раскладывали. Но здесь будут посадки. Вот эта тучка подрастет. Вот тут вот такая вот. Такие интересные. Как бы вход. А что там дальше? Там дальше я еще кое-что придумала, но сейчас пока делать не буду. У меня уже сил нет. Вот. Ну, уже вот такое какое-то полузавершение, да? Вот здесь вот такие уголочки. Вот тоже дорожка, которая ведет вот к этому домику. Гостевой домик у меня. Здесь по дороге встречаются вот такие пни. Так, как всегда, конечно, шланги у меня. По дороге встречаются вот такие пни. Вот здесь будет расти много-много незабудок. Я пока еще не посадила. И папоротники. Так, там еще песок, но это у меня кое-что будет делаться. Так, дальше пойдемте покажу. Пойдемте дальше покажу. Вот тут, видите, сейчас будет цвести жасмин. Здесь у меня... Ой, еще, видите, землю не убрала, потому что еще будут посадки. Вот. Ну вот, мне нравится такой дикий такой стиль. Природный, дикий природный. Где-то, но при этом, вот видите, при этом все-таки у меня... Растут и хвосты. Вон, посадила в этом году. Смотрите, какая громада, громадина выросла. Ужас. Надо с этой стороны тоже посадить. Хотя я не хочу здесь никакой симметрии. Мне симметрии хватает. Так, дальше пойдемте. Вот такие вот у меня хвойные растения. Инверса. Я ее приподняла, решил, пусть наверх растет. Вот этот проводник такой сделала ей.
чуть-чуть ее подниму, потом пусть она вниз опять. Вот так раконочек у меня. У меня должно было быть много шишек, но в заморозке они подмерзли. Красных я имею в виду шишек. Так. Вот. Сейчас я вам покажу. Так, вот сегодня косили. И всю скошенную траву, всю абсолютно я бросила под розы, под цветы. Куда все? Вот надо еще под хвост бросить. Так, сейчас вот здесь я вам покажу уголочек. Видите, как красиво. Сюда выложили дорожку. Такой, извините, там я в холоде. О себе я буду рассказывать, хочу сделать, ну, через некоторое время ролик. Расскажу, чем я занимаюсь, мои основные занятия. Вообще о себе. Что я представляю. Ну, кто-то знает, чем я занимаюсь. Моя основная деятельность. Вот тут у меня еще стульчики нужно, конечно, сюда. Хочу вот такие металлические. Еще пока руки не дошли. Так, ну вот все, что я посадила, вроде как-то так прижилось. Вот этот пень еще мне надо сделать. У меня есть задумка интересная. Еще пока руки не дошли. Вот гортензии пока живы. Пока ничего. Вот так я их пересадила. Пока ничего. Так. Вот зеркало мое. Подрастают розы, подрастает клематис. Я думаю, что через месяц где-то вот на капоре поднимется. Потому что одна это плетистая роза. А та крома принцессы Маргарет все-таки будет повыше. Я думаю, что тут обозначится что-то. Вот. Видите, вот такая вот красивая здесь композиция. На мой взгляд. Подрастает. Я тут высеяла лобелию, она так ничего, ничего. Ну, через месяц будет уже поактивней расти. Ночь холодная пока. Так. Вот здесь мои розочки, загоризонталенная Раубриттер. Прекрасно себя чувствует. Это прекрасно себя, по-моему, чувствует Бенджамин Бритт. У меня даже нет времени обрабатывать их, потому что я дома почти не была. Вот только второй день у меня выходной. Вот так вот, видите, все смотрится. Так, сейчас я... Здесь, видите, зацветет все-таки. Азалия все-таки зацветет. Обязательно сниму. И хмабуша будет. Да, ее было больше, но видите, немножко некоторые цветочные пучки, к сожалению, подмерзли. Распускается барбарис. Красивый. Так, сейчас я вот это даже, наверное, одну пучечку. Я знаю, она такая красная. Красивая, кстати, азалия, но она очень-очень капризная. Салли Холмс, красотка. Так, здесь вот у меня тоже. Это Флорентина, второгодочка. Вот Поль Нуэль пока показывает себя неплохо, видите. Вот я его таким высадила сюда весной. Вот такого размера. Не знаю, зацветет, не зацветет. Хочу, чтобы он очень длинный, у него 5-метровые плети. Вот хочу, чтобы здесь он все обвил. Одна роза у меня. Так, это что такое у меня тут валяется? Только сейчас увидела. Одна роза у меня, Quicksilver. По-моему, погибла, я укрыла вот так, но там ничего нет. Это я осенью пришел мне из питомника. В общем, одна роза. Как-то так. Не знаю, посмотрим. Может быть, оживет. Вот у меня здесь, ну, к сожалению, видите, соседей сорняки. Сорняки, ну, красивые, конечно, но и сныть вот прет оттуда. Так, это моя красавица береза. Полезная. Лонг-тронг. Сейчас с другой стороны тут солнце. Лонг-тронг береза. Красавица. И вот
то, что осталось от сирени. Посмотрите, какая сирень. Какая сирень. Ну, так неплохо. Надо ей поднять веточку вот эту. Пожалуй. Вот она. Сейчас попробую поднять. Что-то бедное. Сейчас. Ой, что я тут шурую. Извините. Ладно, потом. Нет, сейчас. Вот так вот, да, то она как-то... Во, так она лучше. То ее не видно под тяжестью. О, какая красивая. Тут у меня тоже уголочек. Милый такой, все здесь заросло. Надо поделить. Поделить срочно растения. Так, релегия начинает зацветать. Так, вот, сейчас... Идемте туда. Я решила так пройтись, все показать. Только розы не цветут, но в бутонах. Я не могу сказать, что прям уж очень много, но есть. Бутоны есть. Вот этот возрождается котнов. Рододендрон. У меня почему-то вот не цветет. Вот этот у меня Хельсинкский университет почему-то не цветет. Не знаю почему. Второй год не цветет. Интересно. Может быть, кто-то знает, подскажите, пожалуйста, почему не цветет рододендрон. Азалии цветут, а рододендроны не цветут. Вообще не желают. Не знаю, может быть, вымерзли почки. Так, розана вот здесь, розочка, видите, ее пришлось обрезать коротко. Так, здесь 4 сезона роза. I for you. Тюльпаны доцвели уже. Ну вот, Golden Celebration, пионы. Ой, у меня очень красивый тюльпан. Сейчас я его покажу. Я даже забыла, что я его когда-то здесь посадила. Все, он уже отцвел. Ну, посмотрите, какой красоты. Нет, не передают. У него, знаете, такой, как мак цвет. Какой же он красавец. Так, улитки мне не нужны. Ой. Вот так вот, мои дорогие, смотрится этот уголочек. Пойду теперь покажу вам. Сейчас пройду. Вот видите, все розы. Все-все розы я замульчировала. И не только розы. Так, вот, значит, дальше. Ну, пионы цветут, хосты растут, лилейники сейчас зацветут. Это вот я в прошлом году сюда делила вот хосту одну. Слушайте, они у меня так разрастаются, ужас. Просто жуть какая-то. Ой, очень красивые ландыши. У меня же ландыши море. Сейчас покажу, у меня там целая клумба. Вот здесь сделала такой... уголочек тоже. Вот так вот, видите? Ой, конечно, много работы в саду. Так тяжело. Сами знаете, есть у меня помощник, потому что кто-то не верит. Есть, конечно, у меня помощник. Вот этот ихтиор один, который приходит, косит, помогает мне сажать. Естественно, он мне помогает. Вот у меня вход сюда, видите, какой здесь тоже хвосточки. Я же здесь росли Аннабель, я ее убрала отсюда, и теперь здесь вот так вот очень хорошо растут хвосты, потому что брала я их с того места, вот, где было солнце, потому что они там вообще сгорали в момент. Не любит хвоста солнце, не любит хвосты, астильбы. Лучше цветут и растут в тени. Однозначно. Ну, это мой колодец я показывала. Так, пойдемте. Здесь вот земля еще приготовлена для посадок. Ну, здесь, как обычно, все. Надо рассаживать герань. Что-то она плохо в этом году. Садовая герань. Посмотрю, поделить ее, наверное, надо.
Надо почитать. Так, или подскажите кто-нибудь. Мне, может быть, подскажет, что сделать с геранью. Вот такой лук. Но он здесь ни к селу, ни к городу, конечно. Его надо пересаживать отсюда. Буду убирать его отсюда. Здесь у меня птичка сидит вот такая. Вот роза. Гранд Эверт бутон. Уже того гляди распустится. Вот я не могу понять, есть бутоны, нет бутонов. Может, это все слепые побеги. Да нет, будет. Будет. Все будет нормально. Так. Ну, вот здесь, конечно, вьется виноград. Обвивает весь этот домик. Вообще очень красиво. Бочку я уберу, конечно. Потому что надо дожечь мусор. Я говорю, почти все сделала, но еще кое-что осталось. Вот это красиво очень. Так, вы бочку не видите, считайте, вот такая арочка, тоже туда немножко продлила туда дорожку, тоже вот к розам. Жасмина набирает бутоны, вон она уже какая высоченная роза жасмина, видите, какая она высоченная и очень много, ей третий год, очень много бутонов будет, и будет очень красиво, когда она зацветет. Вот, подписывайтесь, заходите в гости, все покажу. Здесь меня поселились эльфы. Вот так вот. Я все думаю, куда их пихнуть. Вот я их сюда пихнула. Вот, по-моему, очень мило. Лихеру надо отсюда убрать одну. Так, зацвел у меня. Ой, забыла. Ну, вы все знаете. Называется это растение. Красиво очень. И вообще очень красиво вот тут композиция. Вот эти айва, японская. Вот это хоста. Вот это айва. Слушайте, красиво получилось. Вот эта роза. Очень красиво. Только сейчас увидела. Так, здесь вот тоже более-менее прилично подрастает. Тут у меня в кашпу розы. Еще не высаженные. Подрастает вот таким же кустом. Осенью пихнула я сюда фламентанс. Ну, не знаю, зацветет, не зацветет. Будем ждать. Вчера я обрабатывала плантофолом. 10.54, по-моему, да. Так, вот здесь у меня сейчас начнется красота. Вот корзина. Это не корзина, ну да, типа корзина с розы Горджеус. Ну, тут вот я тоже что смогла, замульчировала. Вот в таком состоянии розы пока трудно понять. Бутончики есть, конечно. Ну, я не могу сказать, что их очень много, но есть. На пьере есть бутоны. Почему-то у меня желтеют листья на лавинье. Может быть, азота не хватает. Я в этом году как-то с азотом забыла подсыпать. Ну, не знаю, посмотрим. Прольем чем-нибудь. Так, вот здесь вот у меня, видите, дорожка. Так, водопадик у меня не включен. Вот дорожку я сделала, да, но она у меня давно здесь. Вот здесь будет изрос. Еще вот всякие граблики и так далее. И вот сюда я продлила дорожку. И вот здесь еще, видите, в горшках все, ничего не посажено. Я решила продлить дизайнерскую такую, сделать историю. Вот сейчас пока это все не окончательный вариант. Все еще здесь. Так, видите, тяпочки. Я горшки туда попихала. Здесь будут растения расти, конечно, это все зарастет. Я решила, что здесь нужно продолжение сделать. И вот сделала я, в общем, вот так. Пока понять трудно. И вот тут у меня дорожку выложили, опять же. Выложили мы. Забор ужасный, надо с ним что-то делать. Выложили из камня. Только выложили, поэтому песок.
Вот так вот. Тут вот у меня вот это необыкновенной красоты, конечно, композиция. Ну, на мой взгляд. Смотрите, ландыши сколько. Вы посмотрите. Когда жарко, они так глухают. А, они сейчас даже глухают. Смотрите, хосты просто гигантских размеров. Просто гигантских. Так, сорняк надо... Ой, сорняк надо выкинуть. Что ж я его тут? Так, вот моя... Еще видите, не все высажено, не все розы высажены. Это моя квиксильвер роза. Это клематис. Это эльф. Не знаю, как он здесь будет расти. Так. Ой. Вот тут у меня розочки хорошо. Они так растут, и бутонов на них много. И клематис так пошел. Так расти мощно. Вот сирень цветет. Очень ароматная. Вот, видите, этот на лавине бутон раскрывается уже. И на пьере, кстати, сейчас покажу. Вот тоже почему-то. Но он какой-то такой хилый. Тоже вон. Сейчас посмотрю. Пьер, видите, у меня тоже. Ой, мама дорогая. Туда. Нет, какой-то странный он, видите. Ну, в общем, пытается распускаться. Ну, не знаю. Он что-то поторопился. Ой, сломались у меня эти дельфиниумы. Ну вот, мои дорогие друзья, собственно говоря, вот такая вот у меня история. Вот так вот у меня смотрится сад, вот яблоня. С забором надо что-то делать. Остальное все отлично. Ну, как отлично? Нормально. Меня устраивает. Вот видите, как жасмина. С одной, с другой стороны. Здесь крем для крем роза. Вот, и жасмина. И вот так вот наверх идем. И вот так вот сюда приходим. Все, мои дорогие друзья. Я с вами... прощаюсь, заглядывайте ко мне, подписывайтесь, мне будет очень приятно, что-нибудь пишите. Мне, ко мне очень мало на людей подписываться, я не могу понять, почему. Что-то я делаю, наверное, не так или неинтересно, может быть. Ну, я же никого не учу, как сажать, как... Что я сама... Боюсь я, если честно, боюсь давать советы, потому что... Частенько дают советы и неправильно. Вот луки, видите, зацвели, как красиво. Очень красиво. Сейчас многие цветы закрылись уже. Было красиво, когда солнышко было. Земляника разрослась, видите, как. О, рыбки мои. Часть забрали рыбок. А еще часть тут. Вот розы тоже скоро зацветут. Ну, в общем, вот так вот. Подписывайтесь, мне будет приятно. Я не знаю, почему ко мне не подписываются. Не знаю. Может быть, надо кого-то учить, как сажать, как поливать. Пожалуйста, я могу поделиться. Я уже кое-чему научилась. Я думаю, что те, кто смотрят такие ролики про сады, они и так все знают. Вот. Ну вот, моя гортензия. Все, мои дорогие друзья, вот теперь, когда все распустится... Ну, не все, а постепенно вот ирисы начнут сейчас распускаться. Хоть убить, я не помню, какого цвета. Вот еще, видите, в кашпо у меня там. В горшках розы, пакеты в горшках. Все, спасибо вам за то, что вообще заглядываете ко мне. Ставьте лайки, подписывайтесь, мне будет очень приятно. Всех благодарю за просмотр. Всего вам доброго.